На детскую площадку во дворе дома 206 по улице Новосадовая собирается малышня со всей округи. Качели и горки установили в рамках программы «Двор, в котором мы живем». Теперь жители мечтают о новом футбольном поле. С такой идеей люди пришли на встречу в рамках проекта на связи с губернатором. Если брать это футбольное поле, то оно 100% эксплуатируется. Очень много детей используют эту площадку. Вот. И без покрытия, сами понимаете, в пыльную погоду, в ветреную погоду, это практически пыль столбом. Проблема ЖКХ – уборка незакрепленных территорий. Эти и другие вопросы жителям микрорайона Дубрава помогает решить общественный совет. Он создан в апреле этого года. За это время уже удалось помочь десяткам жителей. Главное, говорят общественники, инициатива и активность самих горожан. Есть моменты, когда говорят, вот вы возьмите нам и сделайте. Мы им объясняем, что мы вместе должны это сделать, мы вместе должны проявить активность, и тогда все структуры, они увидят, что мы активны, и они будут нам помогать. Начало положено, общественный совет в районе уже сформирован. Следующий этап – выбор депутатов в районные советы. Они пройдут 13 сентября. Лариса Шлафаст, Сергей Баскин, события.